Друзья, послушайте мою новую песню «Экспромт» на слова замечательного поэта Александра Тарадова. Песню я назвал «Поверим опять в Новый год». Музыка исполнения Самуила Крумовича, видео из интернета. Он был подающим надежды, он верил в себя и в успех, легко проверяя одежды, был близок, понятен для всех, легко проверяя одежды, был близок, понятен для всех. Везде было душою компании, подпитывало свежей струей, пророчил успех ожиданий и всех увлекал за собой. Пророчил успех ожиданий и всех увлекал за собой. Но время его остудило, опутав цепями проблем, разбитый и загнанный в мыло, не стал он ни этим, ни тем. Разбитый и загнанный в мыло, не стал он ни этим, ни тем. Измученный в старой одежде, он тихо с арены уйдет, а мы точно так же, как прежде, поверим опять в Новый год. А мы точно так же, как прежде, поверим опять в Новый год. Он был подающим надежды, он верил в себя и в успех, легко примеряя одежды, был близок, понятен для всех. Измученный старой одежде, он тихо с арены уйдет, а мы точно так же, как прежде, поверим опять в Новый год. А мы точно так же, как прежде, поверим опять в Новый год. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фурмович, «Экспромт», песня «Поверим опять в Новый год».